Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем Firewatch. В прошлой серии Генри начал паниковать по поводу того, что их прослушивают. Он начал загоняться по этому поводу. Начал думать о том, что это все не на самом деле, что ему это все показалось, и что он вообще здесь не работает, и начальник у него отсутствует. А какая у нас цель? Есть у нас цель? У нас нет цели. Так, карта у нас. Ага, ломиться на луг в аппети. В аппети, в аппети, в аппети. Так, а где эта калитка? А, во. Ну, пошли. Давайте я, блин, быстренько, наверное, сбегаю один. Как бы мы там уже бывали, ничего нового здесь не будет. Ну, разве что я только найду какой-нибудь короткий путь. Почему я вечно хочу на эскейп это убрать? Ну, потому что на эскейп это удобно. Нехорошим? Ты про это кольцо? What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. So? I'm sorry, I'm not following you. Henry, our radios were tapped the entire time we talked about it. Maybe even your first day when you had the run-in with them. Oh. Oh, no. Oh, yes. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Так вот, она тут вспомнила кое-что нехорошее. Вспомнила про тех девушек, которые меня кошмарили, которых мы еще лагерь нашли, что она отправила отчет в полицию, что типа не знает ничего, что с ними случилось. Но на самом деле мы это знаем. И если нас прослушивали самый первый день, то все об этом, точнее тот, кто прослушивал, это знает. Я думал, на карте какая-то приколюшка нарисована. Я не помню, чтобы я ее находил до этого. Что это за камень такой? Ладно, идем дальше. Куда нам там идти? Да, блин, карта. Тихо. Ага, вон туда. Добрались до забора. Давай ломай. Так, блин. Ты серьезно хочешь об этом рассказать? Нафиг эти бесполезные диалоги. Принято. А как будто вы до этого несколько дней не знали, что я пытаюсь сделать, да? А не проще было по замку ударить раз? Но не острой стороной, а тупой. То есть боковиной лезвия. Калитка открыта, еще скажи ей. Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Говорит, может мне ее починить теперь? Она говорит, нет, к черту. Исследовать лук в аппете. Фонарик есть. Почту проверить. О-о-о-о, кыш, нет. Он меня укусил? Наверное, нет. Или да. Сообщить об укусе пчелы. Давай сообщим. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Он такой говорит, ну, сообщает ей об укусе, говорит, меня укусила оса, пчела. А говорит, ладно, это все? Эй, отдай.
Так, если вы ищете доктора Саймона, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Ох, если я вас найду, я вам доложу. Доложу, что у вас там калитка сломалась. Блин, реально все огородили забором. Опаньки. Это я здесь прохожу. То есть у вас исследовательский центр, и вы не могли заделать дырень? Дырень? Да тупо досок, вон дерево одно срубили. Хотя уже у вас срублено. И все. И постелили. Угу. Эта игра ограничивает во многих местах. То есть ты пытаешься куда-то сунуться, но тебе просто невидимый барьер стоит, и ты не можешь пройти. И зачем я перебрался тогда на эту сторону? Я сейчас нахожусь... Да блин, карту дай. О! Сейчас нахожусь где-то в этой территории, начиная вот от забора вот этой черной полосы. И примерно... А, туда мне и нужно. То есть тут забор... И тут забор. Видала, какая большая обширная территория? Возможно, этот забор пролегает еще до этого озера или даже дальше. Ну, давай исследовать. По-любому кого-то встречу. Опа! Радиовышка. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Да с чего ты взял? Yeah, lucky for us. There's some serious... Он говорит, здесь никого нет. Но ты только пришел, ты даже не посмотрел по сторонам. Ты идешь по тропинке, видишь вышку. Все. А территория-то огроменная. Чего такие предположения он делает? They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Говорит, что вышка расположена в низине, поэтому ее сложно обнаружить. Так давай что-нибудь открутим им. А, нужен специальный ключ. Такой большой. Для такого отверстия должен быть большой замок, нет? Не, ну ладно. Не будем притираться к таким мелочам. Ух ты. Какая музыка пошла тревожная. Ну вот тебе сходу палатка. И ты утверждаешь, что здесь никого нет? Где это заканчивается лагерь? Ха, прямо здесь. Радиовышка, еще одна. Пищащее оборудование. Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. По сути, он сказал, здесь много непонятных приборов. This equipment is not stuff from the hardware store. Да спрячь ты. Now they're doing something with the soil out here too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to? Расчищена земля, он говорит. Никто не знает, для чего это. Ящик неоткрываемый. Угу. Лестница можно. Можно будет лестницу у них забрать. Похулиганить. Палатка. То есть до этого ты не видел, да, палатку? Решил именно сидя в палатке сообщить о палатке. Definitely some sort of monitoring station. Станция, мониторы, оборудование. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. Говорит, вещи их на месте, только непонятно, где они.
Говорит, осмотрись. Женщина мне говорит, осмотрись и убирайся. И инструкции для жучка. А, нифига себе. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. Я сейчас немножко споникнул, вспомнил предыдущую превьюшку. Она типа назвала меня Хэнком, а потом Генри. Я такой думаю, сижу. Правильно я написал в превьюшке? Ладно. Давай, что это за приемник? Неплохо так. Пип-пип. О, щелк-щелк. Я сейчас должен кого-то выслеживать? Следовать за пикающим устройством? Это 5 метров? 5 миль? Прикольно. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Ну все понятно. Got a map here that confirms they're tracking my our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. О, нифига себе, у них карта с маршрутами моими. Ну, то есть, типа, это мой маршрут обычный, который я должен делать. Барометр. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. Чувствую, мне сейчас по голове опять прилетит. Читай. Часто покидает зону, две тропы. Избегает общения. Проверить предыдущие данные. М, Р, МО, МО. Так, односторонняя тяга. Копуляции, конфликт с другими лицами мужского пола. Непропорциональное поглощение пищи. Вряд ли это про меня. Ну, единственное, что здесь про меня написано, это... Часто покидает зону две тропы. Я редко сижу дома. Сообщить об оборудовании. Говорит, барометр стоит, может, они измеряют давление. А женщина предположила, что они просто это делают для отвода глаз. Мониторы землетрясений? There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Детектор лжи, предположение пошло. Койка. Place sleeps three. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. Она все твердит мне, что пора сваливать. Я продолжаю ковыряться здесь. Опа, сохранялочка пошла. Это не здорово. Где эта пикалка? О, привет. Так, раз она реагировала на эту рацию, значит, надо идти куда-то туда. Вариантов ноль, да? Перестала пикать. Возможно, это придется мне смотреть за пределами этого забора, как вариант. Жуть. Я вначале подумал, что так столб шумит. Потом посмотрел на генератор.
Генератор так не может шуметь. Он в раз 10 громче орёт. Так. А что мне нужно сделать? Следовать за пикающим устройством. Следить? А, следовать. Куда я буду следовать, если он не пикает? Не, это перебор. Следовать за пикающим. Но он пикал только в этой палатке. А мы там вроде все осмотрели. Что еще нужно? Вряд ли мне указывать на какой-то прибор. Где эта палатка теперь? Слушай, а может у них тут есть несколько входов, выходов? Ну-ка достань. Это будет мой новый компас. Так, ну вот примерно туда надо идти. Так, вот, прямо. Ай, беспорядок тебе. Расчистил, красавчик. Черная коробка. Опа, Генри. Это случайно не тест? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Ты издеваешься, что ли? Think about it. Worst case scenario. Delilah. What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain, or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah, maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. So fucking wound up. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Вот это интересно. Так, что же получается? Мы нашли коробку, нашли отчеты. Бери сюда. Так, они реально следят за Генри. О, Делайла. 43, неделя. Ежегодно. Черты характер, надежда, возможен алкоголизм. Ну, это я тоже предположил в первый день. Наблюдательно, харизматично, эгоистично. Искаженное восприятие личной истории. Относящееся к делу наблюдения. Никогда не была замужем, детей нет, редко выходит на улицу или покидает свое местоположение. Ну да, сколько мы знаем, она все время сидит в своей башне. Многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера, имя Хавьер. Так. Подвержимость манипуляции. 3. Подпись супервайзера Эгг. А про меня есть что? О, а что тут Генри? Давай сюда. 39. А Делайли 43? Нифига себе. Так. Обзор статуса в программе. 10 неделя. Черты характера. Вдумчивый исследователь. Ну да, я исследую, тут хожу. Придерживается запланированного. То есть мне сказали, я пошел. Склонен к гневу, пассивен. Испытывает чувство вины.
прямолинейный и сдержанный. Кратко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать. Все указывает на полное сотрудничество. Какое сотрудничество? Вы что? Я про вас только узнал. Я про вас знать не знал. Какое сотрудничество? Обновление. Объект может подозревать о тестировании. Предполагаем завершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. Все, поехали. Собирай вещи в машину и поехали. Подверженность манипуляции. 9. Да, манипулирует мной Делайла. Я это все забрал? А, все выбросил. Ну смотри. Когда они придут, можно будет подумать, что это был сильный ветер. А вот папка открытая, не знаю, как об этом сказать. Но не нравится мне эта музыка. Ой, ходу отседа. Алло. Блин, так пикал странно, как будто кто-то звонит. Ох, чувствую, за мной кто-то следит. Меня же отсюда, наверное, не выпустят просто так. Или выпустят. Ну, что мы выяснили? Их трое. Они сидят в палатке своей. Но время от времени куда-то отлучаются, да? Причем втроем. Но это может быть совпадение. Опа. Здрасте. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? I don't know. I have no idea what to do. We have a fire burning in the woods. The one thing I know how to respond to, and all of this shit has me wondering what the hell to do. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Вот это жестко. То есть мы недавно говорили с ней, когда я был в палатке, о том, чтобы сжечь это место, но Генри отказался. Что там написал? Но Генри отказался. Мы перебрались через мост, мост обвалился, возможно, специально было построено. Когда мы перебрались на ту сторону, и обратно уже не можем вернуться, мы обнаружили, что палатка горит. Делайла такая говорит, ты же типа не хотел поджигать ее. А мы такие, это не мы, она сама. Что? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep-beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Don't do that! I know, I know. Everything has gone to total shit, but you gotta live a little. You gotta allow, Hank. Да почему Хэнк? I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision making inhibited right now. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ай яй яй. Что бред? Рация выключена. Окей. В общем, она там опять пьянчушка. У нас заработал
Кто опять книги разбросал? Я же вас убрал. У нас запикал приемник. Делайла говорит, он делает вот так вот, пип-пип-пип. Так. Смотри, видишь, лампочки загораются. Сейчас вот две. Сейчас одна. А сейчас стрелочка образовалась. И вот куда указывает треугольничек. Видишь, перекатывается, перекатывается. Вырисовывается стрелка вперед. Нам туда. Чего себе там пожар, уже целый день пожар идет. Так вот. Она там пьет, так сказать, как она сказала, в процессе. Вначале там был пожар, теперь здесь. Ладно. Так, она опять там начала нести всякий бред. Что типа расслабься, пусть идет все своим чередом. Никаких доказательств о том, что мы там были, нет. Так что все в порядке. Ну побежали. Че время тянуть-то? Близко? Очень близко. А я там не пройду, как я тут пройду? Или пройду? То есть я иду прям в логово. Я сейчас на этих ребят выйду с их же прибором. Вы понимаете картину? Допустим, а если они вооружены? Что тогда мне с ними делать? И мне сейчас просто лопатой по голове. На! Опа. Терпим. Стрянный рюкзак. Чьи-то ключи. Вау! Скотина. Нафиг. Валим отсюда. Валим. Ну, раз там сигнализация сработала, значит, сейчас кто-то придет ее проверять, так? А если нас не будет на месте, то мы, типа, ни при чем. Хе-хе. А, фиг с вами. Как ее проверить? Как проверить? А где эта сумка? Ты же ее схватил. Нет? Ай. Генри, Генри. Ты же схватил эту сумку. Как ее проверить? Или она до сих пор там валяется? Хотя да, возможно, он когда испугался, он мог ее выбросить. Ты серьезно? Просто поставил его на место? Ну, ключи. Тринк. Фига себе, ты так замочки открываешь. О! Хорошо, ты изучаешь рюкзаки. Ключи забрал и все. Ну, ключи от отеля какого-то. Я... I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, some basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest. Пещера 452. Is that the one in the canyon? Oh. Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. Что? And it's Беги. Not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Бегом. Она говорит, типа, я вижу, как ты стоишь на вышке. Она говорит, надо иметь какое-то преимущество. Типа, можешь остаться пока на вышке, выпить. Она говорит, но меня там нет. А я, говорит, тебя вижу. Это не я. Свет выключен.
Так. Я был в нескольких метрах от дома, так сказать. У нас новые рации. Если они не нашли способ нас прослушивать по новой, то здесь никого не должно быть. Точнее, должен быть кто-то. Но здесь никого нет. А может, у тебя галюны? Черепашка? А, это моя черепашка. Я приручил черепашку, кстати. Я же тебе рассказывал. Только она была зеленой. Так. Возможно, он под кроватью. Хотя он мог выбраться еще из окна. Опа. Здрасте. А там резкий звук, и ты просто... Хорош. Они прослушали. Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No. Хорош. Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Короче, когда мы были в палатке, разговаривали о том, чтобы ее поджечь. Нам же Делайла это предложила, да? И они подстроили таким образом, что Делайла предложила нам поджечь это все. И они были рядом. По-моему, кто-то хочет ее подставить. Called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Убирай рацию, все, закончим. В общем, что получается? Кто-то нас очень сильно прослушивает, за нами следят постоянно. В любой момент могут оказаться рядом с нами, как мы это выяснили. То есть мы стояли в палатке, он, возможно, стоял за стеной палатки с этим диктофоном и записывал наш разговор. Поэтому мы еще нашли ключ от пещеры. И сейчас мы должны отправиться в пещеру. Но отправимся мы, конечно, в следующей серии. И будем искать ответы об этих ребятах. Еще, если мы не узнаем о том, что творится в этой пещере, кто эти люди, нас, возможно, увезут отсюда в наручниках. Но мы этого не позволим. Мы должны выяснить и разобраться со всей этой фигней. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.